Так, друзья, всем большущий, огромный привет. Мы с вами в эпицентре, и я хочу пройти с вами по новогодней посуде. Блюдо для запекания, 253 гривны. Хочу суда пройтись по новогодней посуде. Если будет какая-то красивая или новая, то, что я не видел, то я вам покажу. Так, вот такая вот банка, 203 гривны. Тоже новогодняя, с бамбуковой крышкой. Красивая. А чуть побольше чашка. А, чашка для чая, а банка 269. Это 203, а это 269. Прикольная такая. Ой, тоже, наверное, с этим. Понятно. Так. Чашка к чаю Санта, 750 мл, 126 гривен. Прикольная такая, знаете, сразу же дух Нового года слышится. А вот это для вас, девчонки. Гляньте, какая красивая чашка. Merry Christmas. И снежинка тут, гляньте, непростая. 3D-шная снежинка. Так, как вам выше поставить, показать? Вот так вот сюда я поставлю. Гляньте, какая красивая чашка. Обалденная чашка, девчонки, для вас. С настоящей снежинкой, с кристаллами Сваровски. Класс. Сколько она стоит? Так, чашка резьяна, 160 гривен. А еще есть вот такая вот. Для чего? Это тоже для чего-то предназначено, да? Что сюда положить? Сколько она стоит? 174. И, кстати, очень красивый подарок будет. Вот так вот, да? Класс. Прикольно. Ну, мне понравилось. На подарочек молодцы придумали. Так, еще есть вот такая чашка. Санта тоже. Сколько она? 100... А, 96. Кстати, вот эта елка вот так вот упакована. Красиво упакована. Так. Блюдо резвяное. Коллекционное. Хорошо, будем знать. Даже еще большая чашка, извиняйте, 174 гривна. Ой-ой-ой, это мой размер. Я хочу такую чашку, ребята. Сколько она стоит? Кружка Санта. Сколько тут этого? Я хочу посмотреть, сколько тут литров. Ого, 160 гривен, ребята, она стоит 160 гривен. Но она классная, гляньте, какая она большущая. Вот моя рука. Я посмотрю, сколько здесь миллилитров. 750 миллилитров. И цену неправильно сказал, 126 она вот нашлась. Класс. Так, друзья, дальше смотрим. Вот такое вот блюдо для запекания. Так, сколько оно стоит? Оно стоит... Сколько оно стоит? Найду цену, скажу. Так, а вот это для тортиков, да? Это для тортиков, походу. Так, вот это тоже красивое, знаете, звездочки такие, да? Это для оливок сюда можно, сюда салат. Так, сколько стоит салатник фигурный? 211. Вот это 211 стоит. Нормально. Так, подставка под тарелки. А какая подставка под тарелки? А, подставка под ложки, господи, 71,50. Подставки рождественские. Так, вот такое большое блюдо. Салатник, странно. Я думал, что это, ну да, это для гостей. Придут гости, нормально. 784 гривны. Уже с лопаткой. Ну, хотя тут можно и торт, пирог какой-то положить, да? Так, смотрим дальше. Гляньте, какой снеговик. Это у нас подставка для горячего, да. 90 гривен. Керамика. Так, гляньте, какой носок. 80 гривен. Тоже разные идут. И такие, и такие. Тоже все упаковано в коробках. Так, это для соли и для перца. Тоже так вот упакованы. Пока не видно цены. Так, ребята, дальше смотрим. Понятное дело, кружки новогодние. Так, чашка. А что коровка? Нам нужна коровка, точно. Леопард. Ой, тигр нам нужен. Так, а тут кто? Тоже коровки. А вот и тигр, друзья. Классный, да? Гляньте, какой. Тигряша. Сколько она стоит? 182 гривны. Вот такие чашки. Так, я еще нашел вот такие чашки. А с блюдцем 285 такой набор стоит. Чашка с блюдцем. Тоже с тигром. Классная. Чашка с блюдцем. И еще гляньте, ребята, какой красивый. Красивая тарелка такая тоже. Блюдо для торта. А, у нас с лопаткой даже идет. 317 гривен. Тоже красиво смотрится. Золотые эти. Ну, коллекция красивая. С золотыми листами и золотым ободком. И все запечатано в коробке, ребята. То есть на подарок можно подарить. И чашки с блюдцем, и тарелки вот эти. Все запечатано. И кружки даже вот эти с снежинками. Красота. Дети плачут. Так, я не знаю, это что, бокал или что это? А, это подсвечник. Оригинальный подсвечник, друзья. А гляньте, какой большой, красивый. Красота. А этот еще побольше. А этот поменьше. Гляньте, как переливается. Класс.
Так, вот этот поменьше 448, а этот побольше 598. Так, повыставляли бокалы для шампанского. Очень красивые, но те, которые я хочу, а вот они. И то они немножко не такой формы. Вот, очень мне нравятся вот такие вот красивые бокалы. Красивые. Вообще все красивые. Так, цены, смотрите, две штуки вот таких 450. Так, вот таких две штуки 450 черные. Золотые 672 штуки, 6 штук. Вот эти 6 штук. И вот эти 6 штук 1253. А как он такое? Как знаете, кто-то бензин разлил на воде. Тоже такими кругами, гляньте, интересно. Ой, попридумывали целую кучу всего. Ну, ребята, тут вот это вот все обойти я точно не обойду. Но это просто обыкновенный товар. Я смотрю все, что новогоднее, и все, что новое. Сейчас обойду еще, посмотрю, покажу вам. Так, заметил я вот такие вот держатели для салфеток. Классные, да? Цветы по 209 гривен. Значит, такие цветы, лепестки, вот такие вот розы. 292 набор колец. А эти по 209 для салфеток. Так, а вот тут такие вот, чуть такие попроще. Тоже 6 штук, 225. И вот такие переплетенные, как змейка, идут 292. Ребята, гляньте, какие для кока-колы. За 16,5 тысяч в золоте и в серебре. Ну, не знаю, за 16,5. Куда его? Ваза красивая. Так, 987 гривен. Сколько штук? 6 штук. За 6 штук. А вот эти вот длинные бокалы, самые длинные, высокие, 1273. А гляньте, какие эти красивые, как бомбочки. 1058. Новинка, кстати, стоит написано. Новинка. А гляньте, как эти колокольчики. Как колокольчик. Ой, господи. Только так вот верно позвенеть. Дзлэнь, дзлэнь. Нормально. А тех нету. То, что, те, что мне понравились, там один бокал стоит, ребята, 460 гривен. Одна штука. Я в бутик зашел, посмотрел и вышел. Но мне понравилось. Очень красиво. Шикарный для мартини. Белыми. С белыми, я говорю, очень красиво смотрится, когда двухцветная посуда. Внутри золото, а какая-то сторона белая. Класс. Так, вот еще в золоте есть. Ну, в серебре намного красивее смотрится. Так, в черных еще цветах есть. А вот в сером уже не так смотрится. Вот в черном даже есть. Ой, в розовом даже есть. И в розовом. Боже, для розового. Класс. О, это для меня подготовили. Вот это я понимаю. Бирюзовая тарелка с бирюзовыми бриллиантами. Вот это для меня, ребята. Вот это для меня красота такая. Класс. Ой, а зелени какое, ребят, просто богатство. А это вообще супер, прям новогодний-новогодний дизайн. Держатели для салфетки, ну, кольца для салфетки. 137 такие олени. Да само блюдо какое красивое, 490 гривен стоит. Прям как какой-то перламутровый камень. А здесь уже в таком цвете капучино, кофе, тоже вообще, ребята, под вашу кухню, под ваш цвет вы точно найдете. Обалденно все, просто обалденно, я такого не видел. Так, я говорил, что я, если найду новинки, обязательно поснимаю. Я свое обещание, ребята, сдержал. Гляньте, ребята, не просто красный, а насыщенно винный бордо. Очень обалденно. Так, а обратил внимание вот на эти 5 подсвечников. У меня есть вот такой только один на трех ножках. Представляете, как интересно сделали. Он стоит, сейчас вам скажу, 2020.
а я покупал в метро за 50 гривен. Вот такой вот, вот такой вот просто одна штучка, точно такой же, и три ножки у него там внизу. Друзья, ходить еще можно целую кучу, гляньте, какие подсвечники обалденные. Я впервые вижу набор за 20 тысяч, почти 20 тысяч. Капец. А что же он такой дорогой? Обыкновенный, чешу, но красивый. Так, здесь еще немножко тоже такой декор повыставляли. Подушки там таких не было. А там новогодние, гляньте, какая красивая подушка. Ой, я помню, у моей бабушки такие красивые подушки были, ребята. Она так, ну, она не вышивала, просто не знаю даже откуда. Я еще был маленький, у нее все эти подушки были. Даже не спрашивал и не интересовался. Так, я же повытягиваю все ради вас. Вот такая вот. Тоже классная. Так, и еще вот здесь вот такая. Ой, сколько она? Спанбонд 79. Го. Белинова на наволочка только 180 гривен, ребята, а подушка отдельно. Так, стол уже готов, гляньте, какие красивые подушки на стульях. И обратите внимание, какая скатерть, тоже новогодняя, в новогодних цветах, с оленями, в новогоднем интерьере, то есть цвета, говорю. Так, подушки блестящие, всякие там, 400 гривен. Подушка? Да, подушка. Не наволочка. Цена подушки целая. Так, а вот это тоже, если его перевернуть, оно будет там светиться. Музыка играть. Классная тоже вот эта штука. Даже гуси тут. Свечи. 143. Ребята, обалденная подушка. 209 гривен. Шикарно. Такие глаза реалистичные. Обалденная подушка. Новогодние пледы. 490. Ребята, падает снежинка. Загадывайте желание. Так, плед, новогодний плед двухсторонний. С одной стороны серый, гляньте, как красиво. Серый Новый год с лосем, со снегом, со снежинками. А с другой стороны черный, точно такой же рисунок. Так, вот так он красиво упакован. Так, сколько он стоит? А, 899 гривен. Подушки уже с этими, со снегом. Новогодняя ночь, можно сказать, снежная. Ребята, обалденный подсвечник, гляньте, какой классный. Вообще шикарный, 1500 гривен. Шкатулка для ваших украшений, 1725. Шикарная шкатулка, девчонки, для ваших украшений. Обалденная, класс, из жемчуга. Друзья, буду заканчивать видео, потому что буду ходить еще час. Всем хорошего настроения, все, всем пока-пока.